Подведены итоги конкурса «Чувашия за ЗОЖ», который проводится Министерством информационной политики Чувашии. Члены жюри рассмотрели больше полусотни работ в номинациях «Лучший видеоролик» и «Эссе» и определили фаворитов. Тема здорового образа жизни по-прежнему интересна и взрослым, и детям. Участники подошли к конкурсу очень ответственно. Одним из победителей в номинации «Лучший видеоролик» стал Ярослав Андреев. В ролике он рассказал историю придуманных персонажей Зожика и Неможика. Зожик, он все время гулял на свежем воздухе, занимался спортом, правильно питался, а Неможик, он болел, сидел дома. Я не ожидал, что мне попадется первое место, и все-таки я тоже про это думал и хотел этого. Видеоролики будут показаны в эфире национального телевидения Чувашии.